Вторая партия, защитник из Одессы играет против игрока со Львова, СК Политехника. Защитник справа. Лично мне повезло, хоть одного защитника здесь увидел, кроме Шевинского. Не расслабляться. Сегодня в зале потеплее уже, можно играть. Как его фамилия? Дегтярев. Чтобы я подписал. Защитник Дегтярев Алексей из Одессы. Короче, вы уже в дамках, я так понял. 4-2 было, да? Давай, давай! Давай, 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 давай! Я на ютубе выложу. Как вам зал, ребята? Зал хороший, сегодня лучше, чем вчера. Но сегодня теплее. А. Вот так, да, сейчас мне теплее. Хорош! А так вообще нормальный зал, правда? О! Ой-ой! Так куда? Играй. Одесситы не бесятся, они нормальные пацаны. Ой-ой-ой. Да куда ты? Замнуть его надо. Все-таки.
Ой-ой-ой! Ты не добавляй, смягчай, и все будет нормально. Это уже лучше, ну и что? Тихо. Топчу защитника очень тяжело брать. Привет, Наташа. Привет. Как ты? Устала уже? Ой-ой-ой! Вот так. Может, ему мешает, что я снимаю, может? Раз! Да будет флюориться, флюориться! Ему помогают. Вот так! Раз!
Ну, на курсы до Мамедова пошлем, если проиграл. Он его и так учит. Я знаю. А не, ну то бляха, это уже все. Там?